Слушай, дядя, жми на время. Strangers in the cool. Тормози! 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 Как я могу затормозить, когда ты всю тормозную жидкость выпил, алкаш? А вы опять не переместились, заразы. Значит, такое предложение. Сейчас мы нажимаем на контакты и перемещаемся к вам. Но если эта машинка не сработает, тогда уж вы с нами переместитесь, куда мы вас переместим. Нет, нельзя. Надо знать. Да можно. На речке! На речке! На тупе лежучке! Ку! Морозенька белый! Всем лежать! Полчаса! А ты что видишь? А? Лиса. Значит, сработал это хреновина. Значит так. Солнце на западе. Значит, Ашхабад там. Здравствуйте! Вы наши туристы? Отстали от группы! Подбросьте нас до города, а там мы как-нибудь уже сами. Ты кто? Я спрашиваю, ты кто? А? Пришелец, прораб. Нет, ты пацак. А ты кто? Я грузин. Нет, ты тоже пацак. Ты пацак, и он пацак. А я читланин, и они читлане. Так что ты цак надень и в кипелаце сиди, ясно? Пацак пацака не обманывает, это некрасиво, родной. Я скажу всем! Ты чего довел планету этот фигляр ПЖ? Пацаки читланам на голову сели! Небо. Небо не видело такого позорного пацака, как ты, скрипач. Что они хотят? Кого они хотят? Скрипач, вместо того, чтобы все время думать, что ты первый грузинский космонавт и что тебе Нобелевскую премию дадут, верни ложку, которую ты у нищих артистов украл. Ну вот у вас на земле. Как вы определяете, кто перед кем сколько должен присесть? Ну, это на глаз. Мы пацаги с планеты Земля. А вы кто?